11-я международная зимняя школа мультикультурализма состоялась в Азербайджане на тему «Военные преступления против культурного наследия в контексте Карабахского конфликта». В Баку участники зимней школы – это студенты из 17 стран, прибыли 17 февраля. Спустя день зарубежные гости совершили поездку в города Ахдам и Шушу. Были в США, и там я как-то была в шоке от того, что увидела, потому что я не думала, что в 21 веке мы можем так что-то увидеть, вот примерно так. Я чувствовала себя как будто не в реальной жизни, как будто в какой-то фильме. Я уважаю азербайджанцев за то, что они могли отвоевать все земли, которых их принадлежат. Я влюбился в Азербайджан с первого взгляда, особенно людей, гостеприимство, теплый характер, менталитет, близким нам по духу люди. Мы там были в городе Шуша. Необыкновенный воздух, наверное, чистейший город, очень красивый. И вот то, что там сделали армянские террористы, очень печалит. Ну, даст Бог, азербайджанцы это все восстановят, и мы вернемся уже в Шушу, в Ахдам, восстановлены Ахдам и Шушу. Международная зимняя школа мультикультурализма предоставила иностранным студентам возможность ближе ознакомиться с богатым культурным наследием Азербайджана. Им рассказали, что особенности исторического развития Азербайджана, его географическое положение, этнический состав населения создали условия для существования разных религий на этой территории. Иностранные студенты своими глазами увидели разрушение на освобожденных территориях Азербайджана. За годы оккупации вооруженные силы Армении уничтожили практически все здания в Ахдаме и Шуше. Зарубежные гости были поражены масштабами разрушений. 11-я международная зимняя школа мультикультурализма завершилась в Баку 24 января. Участники, студенты из 17 стран получили сертификаты об успешном прохождении программы. Турам Умедлиров, Аталик Перов, CBC.